Воспитанник детской школы искусств Заречного Александр Симанин выступил на одной сцене с самим Игорем Бутманом. Такая возможность юному саксофонисту представилась на фестивале солистов и ансамблей джазовой музыки для детей и юношества городов Росатома «Джазовые каникулы». В Заречном, наверное, это единственный такой музыкант маленький, который на одной сцене вместе с Бутманом играли джазовый стандарт Паркера. Вот, так что это просто, это шикарно. Мастер-класс Игоря Бутмана стал изюминкой первого фестиваля и был интересен и педагогам, и их воспитанникам. К джазовым каникулам в Заречном стали готовиться за полтора месяца. Занимались практически каждый день по несколько часов. Результат превзошел все ожидания. Сначала зареченский саксофонист получил высокую оценку жюри во время прослушивания всех участников, а затем в числе лучших молодых музыкантов был приглашен на гала-концерт. Мы подготовили две джазовых пьесы «Без свинга нет музыки» и «Джерси Боунс». По идее, я должен быть выступать своим концертмейстером, но его не пропустили. И мне там дали другого. Джазовые каникулы в Сарове были в первый раз, но организаторы пообещали каждый год собирать молодых талантливых музыкантов. В планах зареченского саксофониста поучаствовать и в следующем фестивале. Уже сейчас вместе с педагогом выбирают, чем в очередной раз покорить профессиональных музыкантов. Елена Степкина, Андрей Люшин, телерадиокомпания «Заречный».